очень простой весенний торт верба. Сначала беру сухие ингредиенты. 300 граммов муки. Муку обязательно просеивайте. Я муку просеиваю 2 раза. Сахар. 150 граммов. Разрыхлитель, чайная ложка. Вот он. Сода, пищевая чайная ложка. И соли. 1/3 чайной ложки. Щепотка соли. Все это перемешиваю. Еще я добавлю цедру с 1 апельсина. И ванилина чуть-чуть. Теперь пойдут жидкие ингредиенты. Это масло растительное. 100 миллилитров. И сок. У меня сок с мякотью. Яблочно-персиковый. 250 миллилитров. И все это перемешиваю. Уксус добавлять не надо, потому что в соке есть кислота. Она погасит соду. Смотрю, какая получается консистенция. Если сильно густая получится, потому что мука у всех разная, можно добавить еще чуть-чуть сока или просто воды. У этого бисквита получается очень удивительный запах. Такой фруктово-ягодный. Сок дает очень приятный аромат тесту. Также у меня еще цедра апельсина. У меня получается нормальная консистенция теста, такая, какая мне нужна. Теперь оставляю тесто минут на 5, пока буду готовить форму для выпекания. Я подготовила форму, затянула дно пекарской бумагой. Форма у меня 24 сантиметра в диаметре. Вот лишнюю бумагу я вот так подворачиваю. Это как бы создает такую воздушную подушку между формой и противнем. И дно хорошо пропекается и не подгорает. Я отправляю все тесто в форму. И распределяю. Несколько раз вот так надо сделать, чтобы лишние пустоты ушли. Духовка разогрета до 180 градусов. Отправляю тесто в духовку минут на 30-35 или даже 40. Проверяем деревянной шпажкой. Пока выпекается бисквит, готовлю крем. Сок 500 миллилитров. У меня яблочно-персиковый сок. Ставлю на плиту. Постоянно помешивая, сразу добавляю понемножку манку. 3 столовые ложки манной крупы. Не дожидаясь, пока сок закипит, начинаю сразу добавлять. Варю, помешивая, пока не закипит. Как закипит, провариваю 1-2 минуты. Крем закипел. Я уменьшаю газ. И провариваю 1-2 минуты. Бисквит готов. Выпекался он у меня ровно 35 минут. Проверила деревянной шпажкой. И он уже 30 минут у меня стоит на кухне, но еще горячий, очень теплый. Я хочу его достать из формы. Сначала прохожу форму. Я подготовила решетку, но мне нужно
снять нижнюю вот эту форму. Я пока держу на руке его. Можно положить на решетку. Видите, как хорошо снимается? А пахнет как вкусно. Очень вкусно пахнет. И теперь уже вот так переворачиваю его на решетку. Не шапочкой, а прямо кладу. И даю ему остыть полностью. Только тогда можно его нарезать. Крем еще тепленький. Но я его уже начинаю взбивать. Снимаю пленочку. Крем готов. Смотрите, как он увеличился в объеме и очень сильно побелел. Вот на этом соке яблочно-персиковом у меня всегда крем получается вот такой светлый. В процессе взбивания он увеличивается в объеме и белеет, то есть становится более светлым. Напишите, пожалуйста, кто делал на другом соке. И вот часто в комментариях вижу, что у кого-то крем не побелел, не стал белый, а остался желтый. На каком же соке вы, интересно, делали? Может, на апельсиновом? Не знаю. Ну вот, яблочно-персиковый всегда дает такой результат. И также яблочное пюре, яблочный сок с мякотью. Бисквит полностью остыл. Я его разрезаю на две равные части. Шапочка у меня сильно не поднялась, я его оставлю. И длинным хлебным ножом разрезаю бисквит. Посерединке прохожусь. И вот он разрезан. Смотрите, он держится, не распадается. Смотрите, какой красивый получился. Очень вкусно пахнет соками. Очень вкусно пахнет персиками, яблоком. Апельсиновой цедрой. Преимущество этого бисквита в том, что он влажный. За счет растительного масла он очень держит влагу. И его не надо пропитывать. Он и так вкусный, нежный. Сразу выкладываю крем. Ставлю наверх торта и на бока. И накрываю вторым коржом. Вот так. Не надо даже тут ровно стараться выравнивать. Это домашний торт. Не надо пыхтеть, выравнивать по бокам. Просто промазала быстро-быстро. И сверху украшаю халвой. Это обычная халва. Я ее просто ложкой размяла. Торт отправляется в холодильник хотя бы на пару часиков. Тортик постоял в холодильнике час. Еще сверху хочу украсить золотой посыпкой, сахарными кристаллами. Такая будет верба у меня цветущая. Теперь отрежу кусочек. Смотрите, какой смачный торт получился. Торт верба. Теперь торт попробую. Какой мягкий, мягкий бисквит. Воздушный крем. Бисквит без пропитки, очень мягкий, влажный. Очень вкусный получился бисквит на соке. Нежный, влажный. Этот бисквит не надо даже пропитывать. Крем очень нежный, воздушный. В сочетании с бисквитом очень большая вкуснятина. Приготовьте торт именно по этому рецепту.
и вы поймете, насколько это быстро, просто и очень вкусно. И всем вкусных тортиков!